Северо-Восточном государственном университете стартовала вакцинация от коронавируса. Владислав Антипов учится на третьем курсе Института цифровых технологий и экономики. Молодой человек рассказывает, что решил сделать прививку, потому что хочет обезопасить себя от этой инфекции. Если заболеть COVID-19 после принятия вакцины, антитела в организме уже будут, и осложнений можно избежать, отмечает студент. Даже знакомые или друзья, они все говорили о том, что вот не прививайся, потому что могут быть там какие-то осложнения, там в виде температуры, или опять же, можешь заболеть. Мне не страшно, на самом деле. Лучше переболеть сейчас, чем потом. Потом может быть более тяжело, чем, допустим, без прививки. Для работников и студентов вуза, а также политехнического института проводят вакцинацию в медицинском пункте СВГУ. Как отмечают сами сотрудники, иммунизация в стенах университета очень удобна. Не нужно идти в поликлинику, ждать своей очереди. Перед входом в медицинский кабинет нужно заполнить анкету о своем самочувствии. Коллеги спокойно заполняют анкеты, проходят в кабинет, все как положено. Идет рутинная, рабочая, но для нас очень важная и приятная работа. Ну, коллеги, я уже так спрашивал, не жалуются ни на условия проведения вакцинации, ни на последствия, поэтому, я думаю, все будет хорошо, российская вакцина лучше. Вакцинацию проводят с 19 апреля по 19 июня 2021 года. За первые несколько дней привиты около 100 человек, рассказывают специалисты.